Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас будет интересный влог, про обновление и интересные покупки в детскую, и в целом про покупочки еще для детей. Итак, поехали! Приехал подарочек Крис от крестной на день рождения. Это стол в детскую для малыша со стульчиком. Очень интересная модель с Wildberries. Выбирала я. Сейчас все распакую, покажу. Как все это дело выглядит. Вот именно эту модель выбирала. Когда соберем, расскажу почему. Вы видите уже подстаканничек. В принципе, я думаю, тут сборка простая. Все должно быть в комплекте. Особенно Макс. Приступаем. Ну вот в целом вот так выглядит столик. Мы его собрали. Мы собрали стульчик очень, кстати, быстро. Прям буквально за 10-15 минут все было собрано. Даже быстрее. Понравился вот этот подстаканник, девчонки. В чем его суть? Сюда подходит не каждый, конечно, стакан. Но вот у нас от набора для пикника подошел. Стакан, когда стоит в этом отверстии, он не падает. Вот если бы у нее стоял какой-то подстаканник на столе, она бы постоянно его валяла, он бы постоянно терялся и так далее. Вот эта вещь для малышей, конечно, классная. Стакан не падает, ручки, карандаши не падают и так далее. Хочу вот такой беленький где-нибудь найти, потому что желтый нет. В принципе, тут все ярко и желтый цвет есть, но все равно. Стол классный, устойчивый, все отлично, как бы все нормально, пока... Так, единственное, что вот я вам показывала, вот эти ножки, когда прикручивали, тут же скос, оно с одной стороны шире, вот это крепление, с другой стороны уже, но вроде как поняли, как делается, и для стола, и для стульчика они, ножки идут вот так немножко в стороны, то есть не ровно стоят, а немножко в стороны. За счет этого, в принципе, вся конструкция и устойчивая, вот у стола и у стула также, то есть они вот немножко, видите, вот так в стороны, раскосые. Там на Wildberries у этого продавца, на Озон, кстати, тоже есть эти столы аналогичные. Когда кидала крестным ссылку на подарок, который нам нужен, цена была одинаковая на Wildberries, на Озон, 1600 рублей. А так надо мониторить, может где-то будет дороже, где-то дешевле. В целом нравится, она прям сидит тут, занимается, все супер, и лепили с ней, и уже стол изрисовала тут карандашом, но он оттирается хорошо салфетками Petit Tales. Смотрится в целом очень классно, гармонично, единственное, вот лампа у нас черная. И я заказала белую, и уже хотела вам показать вместе с лампой стол, но белая лампа пришла не та. Очень интересные продавцы на Wildberries, они мне прислали лампу почти в 3 раза дороже, у них было несколько ламп, но она мне была не нужна, потому что она тоже с проводами, и причем сама лампа белая, она классная, такая вот гнущаяся, такая же головка, все, но провод сам черный, и я хотела беспроводную. Та лампа, она не такая мощная, светодиодная, которую я хотела. Но она работает от аккумулятора. То есть ее можно зарядить и поставить. Это очень удобно. Хочешь, тут будет стоять, хочешь, будет на Ксюшкином столе стоять. И вот как в целом теперь картина детская выглядит, да? Когда она подрастет, я думаю, уже лет до 5, до 6, ну, до 5. До 5, я думаю, вот этого столика ей хватит. А потом мы купим такой же, как у Ксюшки. И, конечно, купим такой же стул. Это уже Кузя обязательно беленький. И будут вот так вот 2 стола одинаковые здесь стоять. И хорошо, им будет удобненько заниматься. Кстати, про стульчик Кузя опять было много вопросов, девчонки. Я вам сейчас все продублирую, все расскажу, чтобы вы не нарывались на подделку. Их сейчас просто огромное количество. Вроде как внешне похож, все то же самое, но подделка. И... естественно, страдает здоровье ребенка и так далее. Стульчик у нас вообще за много лет никаких нареканий. Сначала Ксюшка сидела на таком коричневом, сейчас на белом, потому что он нам подходит по цвету, коричневый, стоит в разборке, ну, сложенный. Еще наверняка где-то пригодится, может, на дачу везем, потому что они неубиваемые девчонки. Итак, что нужно знать? Во-первых, подделок куча. Будьте аккуратны. Вот я сама лично нарывалась на подделки раз 15. Не нарывалась, мне не попадались. Я просто уже знаю, где брать, потому что первый стул брала достаточно давно. Поэтому на официальном сайте. Это стул Павлин от мебельной фабрики Кузя. И имейте в виду, потому что могут назвать стульчик Кузя еще как-то и как подделку продавать. Да? Стул вообще сам по себе называется Павлин от мебельной фабрики Кузя. Эти подделки выглядят прям вот практически так же, но сделаны они из не пойми чего. У них ни сертификатов, нет ни гарантий, какие-то грани с острыми углами. Вот я даже фотки разглядывала ради интереса. Если приглядеться, прям отличие есть. Здесь настоящее фабричное производство, то есть у них целая фабрика. И все гладенько,
и полная гарантия в течение 3 лет. Это на самом деле очень важно. На что вообще обращаем внимание при покупке стульчика ребенку? Да? Этот стул, он вообще у нас идет от грудничков до, не знаю, до бесконечности. Я на нем сижу за компьютером, мне вполне прекрасно удобно, то есть меня он выдерживает, все замечательно. То есть до 18 лет это как минимум. И малышу. На сайте продаются отдельные комплектующие, где можно этот стульчик сделать как стул для кормления. Сюда еще одевается такой вот столик. Есть мягкие подложечки вниз, есть мягкая подушечка на спинку, все у них есть. Расцветка тоже вообще выбирай, какая хочется. Смотрим обязательно, чтобы была прямая спинка у стула, потому что именно ее рекомендуют ортопеды. У мебельной фабрики Кузя есть сертификат, и этот стул изготовлен именно по ГОСТу. Это тоже редкость. Заказать вообще цена у них доступная, бывают скидки еще различные. 3999 за стул. Это оптимальное соотношение цены и качества. Момент, что у нас оплата при получении. При получении. Если с вас пытаются содрать деньги заведомо, знаете, вы нарвались на подделку. Расцветки у стульчиков вообще на любой вкус и цвет, под любой интерьер, под любую детскую абсолютно подойдут. И краска безопасная, она водоэмульсионная. То есть она стул, когда пришел в коробке, он абсолютно ничем не пах, краска не пахнет, он очень легко моется, поэтому вообще вот по покрытию вообще никаких нареканий. Зацепило именно нас. Вот. Во-первых, простота сборки. Простота переставления подножки и сидения. То есть у нас ребенок должен сидеть правильно, ребенок растет, стул растет вместе с ребенком. Если у нас посадка уже не такая, как положено, значит, мы передвигаем ниже подножку, значит, мы можем подвинуть сиденье, мы можем подвинуть любую деталь, как нам нужно, чтобы ребенок сидел именно правильно, и это не навредило его здоровью, его осанке. Потому что мы с вами уже все знаем, что это потом аукнется. Что мне нравится еще? То, что он легко моется. Вот без проблем. Тоже вот эти салфетки Патител сберу, если Крестюшка чем-то таким агрессивным стул разрисует. Протираю, оттирается, все на ура, все изумительно. Что еще мне нравится? Долговечность. Мы, не знаю, 3 года пользовались коричневым стулом, вообще к нему никаких нареканий. Вообще никаких. Я еще люблю этот стул использовать как стремянку. То есть, если мне нужно залезть в шкаф, он туда наверх. Этот стул прям вот для меня спасение, он меня выдерживает, он очень крепкий. Смотрите, какой толщины здесь само сиденье и подножка, вот он очень-очень крепкий. Главный офис у фабрики Кузи находится в Ярославле. То есть отгрузка стульев именно происходит из этого города в транспортную компанию. Вы приблизительно понимали, там какие будут сроки доставки до вашего региона, до вашего города. До нас достаточно быстро он ехал, я помню, прям вот как-то совсем быстро. Я вам уже рассказала, что у стула регулируется спинка, сиденье, подножка. То есть, если у вас еще маленький ребенок, мы все опускаем ниже, мы можем в том числе и спинку опустить. Ниже здесь у нас есть еще свободное деление. И она также будет ровной, также анатомически правильной. Ксюшка нам продемонстрирует важный момент. Нам очень важно, чтобы сохранялось 90 градусов в колене. То есть, между бедром и голенью ребенка. 90 градусов угол должен быть. Вот нам с тобой сейчас уже к школе нужно подножку немножко опустить. Видите, не 90, уже острый угол в колене. Мы подножку еще опустим на 2 где-то деления вниз, и будет угол 90 градусов правильный. Стопа должна полностью стоять на подножке, а спина быть прямой. И при правильной регулировке ребенку обеспечена и эргономически правильная посадка в любом возрасте. И эргономически правильная и удобная посадка. То есть, чтобы было комфортно. Вот нам, видите, подножку надо опустить. Показываю вам прям пример. Вот. Уже острый угол. Сейчас мы ее опустим на 2 деления. И у нас будет стопа стоять полностью. И угол вот этот будет 90. И предмет мебели такой, ну, на многие-многие годы, мне кажется, лет на 10 точно минимум. Может быть, вот, кстати, потом к Риске перейдет. Посмотрим сейчас, когда подрастет. Любишь свой стульчик? Да, очень классный. Удобно? Да. Многофункциональная мебель и экономит семейный бюджет. Не надо постоянно там от малышустика до взрослого ребенка покупать какой-то другой стул. Он один на многие-многие годы. От 6 месяцев, девчонки, как минимум до 16-18 лет. И выдерживает до 120 килограмм. К нам тут кот еще присоседился. Тоже хочет на стульчик. Зараза такая. Он довольно тяжелый, сам стул. И за счет этого он устойчивый. То есть на нем вот пошатайся, котен. Пошатайся, поезди. Даже вот когда у нас был в прошлой квартире ламинат, но его трудно вот так вот сдвинуть. И то есть даже если малыш у вас, он с него никуда не пойдет, он очень устойчивый. Можно подкупить к этому стульчику. Дополнительное оснащение какое есть у нас? Стол для кормления, ограничитель и подушечку на спинку и сиденье. 20 цветов
У нас целых 20 цветов вообще под любой интерьер. Из чего изготовлен? МДФ и фанера класс Е1. Все безопасно и очень круто. Покрытие водоэмульсионка. Самая экологическая на данный момент краска, легко, которая моется, без запаха, вредных выделений, и не стирается с годами. У нее есть сертификат безопасности для использования в детских учреждениях, поэтому супер. У стульчика 12 месяцев, а заявленный срок службы 10 лет, поэтому все отлично. Надеюсь, я вам все подробно рассказала, поэтому если какие-то вопросы возникнут, вы обязательно задавайте. Не заказывайте по посторонним каким-то ссылкам, где-то там еще, если вдруг увидите. Я повторюсь еще раз, подделок просто безумное количество. Но только этот стул сделан из безопасного материала и по ГОСТу. Одна интересная покупочка для детей с Wildberries тоже, но уже покажем вам на улице, потому что не терпелось распаковать. Покупочки Wildberries показываем уже в распакованном виде, потому что катайся, да, потому что, ну, не втерпёшь же было ребенку, надо было срочно. Самокат. Самокат 2200 за эти деньги вообще, кстати, классный. Смотри, как он там машинку закрестёшь пока. Он большой, написано, что он вообще подростковый от каких лет? От 7, по-моему, или даже написано от 14. Но они там перепутали в карточке 100%, отзывы читала. Это у нас руль на самом нижнем положении Ксюхи, а тут еще можно вверх выдвигать. Он в полуразобранном виде, то есть был отсоединен руль и вытащен вот здесь. А так в целом он был собранный. Вот тут такие пазы для руля, кнопочки, да, и он складывается, он складной. То есть мы вытаскиваем вот эти штучки, вот так он складывается. И внизу там тоже есть такой переходничок. Вот он. Мы его откручиваем, и он вот так складывается. То есть он складной, в машине возить его будет хорошо. Очень легкий. Что касается покрытия. Покрытие, знаете, как наждачная бумага. То есть оно не гладкое, это очень хорошо, нога скользить не будет. Посмотрим, через сколько сотрется, конечно. Но так за свои деньги, я хочу сказать, классный. Это не трюковой, это обычный самокат. Я думала, она захочет трюковой, но нет. Колеса, по-моему, здесь 20-ка диаметром. Они такие вот, как резина, что ли, не знаю, плотная, или что это такое. Ну, в общем, вот такие вот колеса. Подробно вам показываю. В целом понравился. Понравился. Женька ездила его на Wildberries, посмотрел. Нигде не покоцанный. Все хорошо. Как бы собранный. Все детали есть. Это вот штучки как раз для ручек. Когда он складывается, ручки сюда, они опускаются. То есть мы его полностью складываем. И получается вот так. Иди, котен, покажи теперь. Прокатись. Ну, классно. Вот на минимуме. То есть ей хватит еще, ну, блин, ну лет на 5, надеюсь, хватит. Вот такой вот самокатик. Вернись к нам. Она рада. То есть руль поворачивается на 360 градусов. Такой поворотный, классный. В общем, ребенок доволен, счастлив. Гоняет. Так что вот так. Там в разных цветах он был. Ксюха выбрала в сиреневом. Мама говорит, давай лучше розовый. Ну, розовый красивый такой цвет был. Он такой вот какой-то свежий розовый. Он мне больше понравился. Но Ксюшка захотела сирень. С руль, вот он, покрути его. Да, он вот так вот крутится. То есть, в принципе, на нем тоже можно трюки выполнять. Вполне себе. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании и в прикрепленном сообщении постараюсь продублировать. В том числе и на стульчик Кузя, и на их инстаграм. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Не покупайте продукты по непроверенным ссылкам. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.